предоставляли несоправданные данные об реальных прибытках для отримання разовых дозволов на проезд транспортных сродков по территории Польши. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета Держконтролю по Гродинской области выявлены недобросумленные международные грузоперевозчики, которые пошли на порушение законодательства для ожитявления своей профильной деятельности. Согласно инструкции о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок, утвержденной Минтрансом, вместе с заявкой на получение данных разрешений предоставляются отчеты о международных автомобильных перевозках формы 4ТР, утвержденной Национальным статистическим комитетом, в которых отражаются объемы полученной выручки перевозчиками за предшествующий период. Данные сведения имеют существенное значение при распределении дозволов. Установлено, что за первый квартал бягучего года заявки на польские дозволы подали 412 перевозчиков, из которых 157 не отримали их у вогуле. Разом с тем выявлено 50 недобросумленных субъектов господарения. Их информация об выручце, позначенной у податковых декларациях и статистичных справоздачах, оказалась завышенной. Управлением выборочно были проверены нескольких субъектов, которыми предоставлялись заявки на получение дозволов с недостоверными сведениями. По результатам проведенных проверок по двум субъектам хозяйствования действительно подтвердился факт умышленного предоставления недостоверных статистических сведений для получения большего количества дозволов. Один из которых получил на 54 дозвола больше, чем ему было положено, второй на 39. У дочинении службовых особ даденных субъектов узбуджены криминальные справы по артикуле скажения даденных державной статистической справоздачности. Проверочные мероприемства, относенных до остатних недобросумленных грузоперевозчиков, будут протягнуты.